Добрый вечер, уважаемые друзья. Лавакар, ценяемые други. Добро пожаловать на просветительскую площадку. Апгайсмейбес платформ. Как кто-то сказал, учиться. Как завещал Иисус Христос. Как teica Jēzus Потому Христос. Что Он главный учитель. Tāpēc, ka viņš bija galvenais skolotājs. Ленин все тырил из Евангелия, Ленинц сражаясь no с Evangelija. Богом. И чем все закончилось, мы знаем. Поэтому, уважаемые друзья, благодарение Богу, что Бог открывает нам сегодня свои откровения и свое учение. Что такое учение? Это совокупность фундаментальных откровений, которые гармонично взаимодействуют между собой и составляют основание нашего мировоззрения. Можно коленку исцелить, но если мозги не поменяются, в жизни ничего не произойдет. Можно чудо произойти, пережить, сердце исцелилось, но если мозги не исцелились, исцеление физического тела без обновления духовного мало что меняется. Никогда не забывайте эту историю. 10 прокаженных исцеление получили. Пока больные были, к Богу бежали. Наставник, помилуй. А как исцеление получили? Все разбежались. Иисус спрашивает, а где? Где? Kur? Остальные 9. Pārējie 9. Храни нас Бог. Pasarg mūs Dievs. Чтобы нас с Богом Lai mūs ar Dievu. Соединяли лишь решение наших проблем. Не тільки мус проблема отрицена. Самое главное поручение, которое Христос дал церкви. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ядерное оружие новозаветной церкви – это здравое и неповрежденное учение. И я благодарю Бога, что за 35 лет сколько существует новое поколение, но учение в нашем мировоззрении является прочным фундаментом. И я благодарю Бога, что сегодня уже 27-е занятие Библейского университета «Новое мировоззрение». И мы систематизированно продолжаем изучать эти важные фундаментальные истины. Что такое апостольская церковь? Что такое апостольское служение в нашем современном мире? Всякая ли церковь, она является церковью? Или все-таки есть разница между той церковью, которую строит человек, и между той церковью, которую строит люди, и между той церковью, которая строит Бог? И мы говорили в прошлый раз о апостольском, апостольское служение – это духовные отцы реальной церкви. Потому что если церковь – это семья, там должна быть связь поколений. Там должны быть и духовные отцы, и духовные сыновья. Связь поколений. Как отражение теократического порядка. Отец Небесный дал все в руки Сына Иисуса Христа, чтобы Христос все это отдал в руки апостолов, духовных отцов, чтобы те, в свою очередь, могли также передать в руки своих духовных сыновей и дочерей, в руки достойных преемников. Это божественное наследие. Итак,
Сегодня будет самая непопулярная тема в нашем христианском сообществе. Но мы идем туда, куда ведет нас Дух Святой. Тема сегодняшнего занятия. Лжеапостолы, лжепророки и даже лжехристы на территории церкви. Они многих прелестят. Кадровые перестановки будут. И будет смена власти. В той церкви, которая отказывается от здравого учения. И мы рассмотрим процесс церковной дехристианизации. Вы понимаете, что когда Ленин сражался с церковью, он пытался ее просто убить и истребить. Тупо заявляя, что Бога нет, поэтому и церковь не нужна. Сегодня война приобретает другой характер. И как многие говорят про мафию, что ее невозможно истребить, ее возможно только возглавить, то современные лидеры демонического царства, они ставят перед собой другую задачу. Не уничтожить церковь, а ее перетрансформировать, поменять все, создать ту церковь, во главе которой не будет Иисуса Христа, во главе которой не будет апостолов, пророков, а будут лжеапостолы, лжеучителя и лжехристы. То есть у дьявола есть задача эту церковь не уничтожить, а произвести кадровые перестановки и произвести этот опаснейший процесс дехристианизации церковь, во главе которой не будет Христа, во главе которой будут лжеапостолы и лжепророки. Чтобы эта церковь была инструментом не в руках Бога, чтобы эта церковь была инструментом покорным и послушным в руках Антихриста. Этот процесс идет. И давайте посмотрим, как Библия говорит об этом. И мы, как взрослые люди, как зрелые люди, должны понимать, что происходит сегодня вокруг нас. Главные признаки последнего времени, когда Христа спросили, Он как раз об этом и говорил. Берегитесь, чтобы кто вас не прельстил, чтобы кто вас не одурачил, чтобы кто вас не перевербовал во враждебный лагерь нашего великого Бога. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Есть опасность потерять то, что ты имел во Христе. Конечно, есть. Претерпевший до конца спасется, а побеждающий наследует все. Если написано, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, это значит, существует серьезная угроза потерять его. Вот почему написано далее, вникай в себя и в учение, и занимайся с ним регулярно, постоянно, ибо так поступая, спасенный будет спасен, ибо так поступая, ты спасешь себя и также слушающих тебя. Итак, вот почему в основе нашего мировоззрения, фундаментом нашего спасения в новом поколении является здравая
и неповрежденное учение. Нет, ни знамения и чудеса, ни процветания, ни рост криптовалюты на бирже, ни просто благотворительность и концертные программы, учения. Внимание на экран. Первичная задача апостольского руководства – это защита Божьих откровений и здравого учения на территории церкви. Категорический отказ от компромиссов. Категорический отказ разбавлять вино водою, а Божью веру философией. Самое опасное, когда заповеди Божьи становятся на втором плане, а права человеков на первом. Реальное апостольское учение категорически отрицает всевозможные подобные компромиссы. Все, что вопреки учению, это обольщение и ересь. И в последнее время мы должны с вами понимать, насколько мы благословены, что имеем это четко сформулированное практически здравое учение и в тезисах, и можно слушать, и можно смотреть. Потому что именно учение является духовным камертоном. И именно учение является духовным иммунитетом, который показывает нам, что истина, а что есть ложь. Колоссянам 2, 6-7. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса, Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Апостольское служение гарантирует своим последователям огромное преимущество. Во-первых, реальное знакомство со Христом Иисусом, который не просто утешает и сопли вытирает. Иисус, встречаясь с человеком, кардинально преображает образ его жизни. Во-вторых, апостольское учение гарантирует человеку духовное корневище во Христе Иисусе и прочный фундамент веры. Если у тебя есть корни, то твое дерево жизни, даже если будет испытывать глубокие штормы, ветры, если есть корни, дерево устоит. Если корней нету, то ты с корнем будешь с такими маленькими, может быть, вырван и выброшен. Итак, во-вторых, апостольское учение гарантирует наши корни во Христе и прочный фундамент веры. В-третьих, в человек в таких условиях открывает в себе потенциал безграничного развития. Апостольское учение, оно не создает сообщество ограниченных или невежественных людей. Если ты касаешься реальных откровений Божьих и апостольского учения, ты откроешь в себе потенциал безграничного развития. Колоссянам 2:8-9. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией
и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Обратите внимание, что даже в те времена Павел уже предупреждал, что апостольское учение, оно будет подвергаться вот этой конфронтации. Сколько будет лжепророков, сколько будет их философствующих, пропагандистов, которые, приходя на территорию церкви, они будут пытаться разрушить христоцентризм и возродить на этой территории языческий гуманизм и идолопоклонство. Поэтому Бог предупреждает. Смотрите, братья, смотрите, сестры, с кем общаетесь, кто тебе пытается мозги вправлять. Следите за тем, чтобы кто из твоих ближайших друзей не топтался по святыням Божьим, чтобы кто не глумился над авторитетом Господа Иисуса Христа. А ты ради дружбы с Ним позволяешь себе глотать вот эту заразу. Смотрите бы, чтобы кто не увлек вас философией. То есть есть люди, у которых философия. Мы люди, у которых вера. И когда мы встречаемся с ними, неизбежен диалог. Даже, может быть, столкновение, переубеждение. Следи за тем, чтобы учение не превратилось в религиозные басни, а твоя вера не превратилась в философию. Это очень серьезно. Пока мы на земле, апостольское учение всегда будет подвергаться злобным нападкам со стороны идеологических врагов. Гибридная информационная война не прекращается ни днем, ни ночью, ибо дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Итак, смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. Во время апостола Павла существовало множество элитных философских школ. Там были стоики и агностики. Там были эпикурейцы и экзистенциалисты. Там было все. И дуализм, и диалектизм, и метафизика. И это всего лишь небольшой перечень тех философских школ. Кроме этого были саддукеи, были фарисеи и религиозные школы. И вот в этом дурдоме философском церковь должна была выжить благодаря откровениям и Божьему учению. Я думаю, сегодняшняя ситуация мало чем отличается от тех времен. Сколько сегодня этих школ, сколько сегодня этих учений, лжеучений и лжепророческих направлений. Поэтому актуальность вот этого вопроса остается такой же самой. Итак, самое интересное, что один из признаков аристократической элиты, если я аристократ, я должен принадлежать какой-то из этих философских школ. Но то, что Павел, рассматривая вокруг себя, обнаружил, он был не понаслышке знаком с этими школами. И он был, извините, он получил образование, и не одно. Он учился у ног Гамалиила. И уж он был в курсе, он даже гражданином был римским, поэтому он эти школы знал. Поэтому, изучив это и сравнив с тем, что он получил от
Иисуса, Иисуса Христа, он говорит, все это мусор, все это ссор по сравнению с тем учением, которое я получил от Бога. Поэтому первичная задача апостольского руководства – это защита Божьих откровений на территории церкви. Почему я об этом говорю? Уважаемые братья и сестры, это самый актуальный вопрос на сегодняшний день. Кто только не заезжает сюда, когда ты открываешь вот этот гаджет, каких учителей там только нет, пребывай в учении, которое Бог дал тебе, и то, что ты получил на этой площадке, защити здравое учение. И Бог защитит тебя. Итак, какая разница между учением апостолов и философскими школами? Философские идеологические школы формируют мировоззрение гражданства земного. Это мудрость человеческая. Это мудрость душевная, бесовская, земная. А откровение Нового Завета и апостольского учения формирует менталитет Царства Божьего. Вот что больше всего отмечал апостол Павел в своем служении, стараясь довести до сведения каждого своего ученика здравое и неповрежденное учение – это гарантия спасения и основа жизненного предназначения. Церковь, просвещенная откровениями о царстве и пропитанная здравым учением, победит. Но если философия и психология вытеснит откровение о царстве, такая церковь проиграет. Вначале было слово, а потом было дело. Какое было слово, таково будет и дело. Если слово от Бога, церковь будет Божьим шедевром. Но если слово от человеческой мудрости, церковь превратится в слепое религиозное стадо. Не всем подряд мы должны предоставлять свою кафедру и свою целевую аудиторию. Внимательно следите, кто говорит и что провозглашает. Здравое учение, которое было выработано, проверено, испытано за 35 лет, это драгоценность нового поколения, это наша основа, это фундамент нашего мировоззрения и нашего спасения. Итак, Галатам 2:4-5. А вкравшимся лжебратьям, скрыто приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы снова нас поработить, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Казалось бы, ну чего тебе здесь делать? Иди туда, откуда ты пришел. Лже-братья, отметьте, пожалуйста, не все, что золото блестит, и не все, кто с улыбкой говорит «брателло, привет», является братом. Сегодня целая армия лже-братьев, которые как бы и с улыбкой тебе проходят. И смотрите, они скрытно приходили подсмотреть за наши свободы. Для чего?
чтобы потом в кулуарах, где-то в кафешке, где-то на паркинге поговорить и открыть тебе глаза. Какой же ты дурак, наивный, что ты слушаешь вот этого, вот эту церковь. Сколько богохульства кроется в идеологии этих лжебратьев, которые хотят поработить благодаря своему заблуждению и обольщению. Меня восхищает Павел. Он изображает здесь характер Иисуса Христа. Когда однажды Христос сказал: «Ревность о доме моем снедает меня». Именно так мог сказать и Павел, говоря о своих церквах. И точно так же, как Христос, который зашел в храм и увидел продающих, спекулянтов, увидел черкизон. Он взял бич и, короче, навел порядок. Апостол Павел точно так же внимательно следил за своими церквами. Кто там опять приехал? О чем он там учит? Опять куда-то назад, на обрезание, на ориентацию. Он брал духовный бич и выгонял их из своего дома и из своих церквей. Он выгонял лжебратьев и лжеучителей. Ну и, конечно, своим лидерам, своим помощникам, пасторам, он завещал то же самое. Самое главное – иметь духовный нюх и дар Божий с яичницей не путать, особенно накануне Пасхи, испытывать духов и различать, от Бога ли они или нет. Римлянам 16, 17-18. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу, нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Как важно церкви иметь здравое учение. Это наш духовный иммунитет, и это наш камертон. Посмотрите, какие жесткие правила были у апостола Павла. Все, что вопреки учению, это заблуждение и ересь. Следите внимательно, о чем говорят они, чему они учат, с чем это сравнивать. Вы должны понимать, что то учение, которое 35 лет звучит здесь, оно испытано, проверено и запечатано драгоценным Духом Святым. Поэтому, если что-то противоречит этому учению, это ересь и заблуждение. И дальше, если по-русски перевести вот эту фразу, таких людей надо гнать в шею, ибо они не Богу служат, а своему чреву. Я повторю, таких людей, лже-братьев и лже-учителей, надо гнать в шею, потому что они не Богу служат, они служат своему чреву. Бесконечно деньги собирают, предлагая стать партнерами заманчивых проектов, манипулируя сознанием еще неутвержденных прихожан. Они превращают церковь в свой бизнес, зарабатывая на их наивности. Оспаривая фундаментальные откровения церкви, они вносят скандалы, раскол и разделение. Главный аспект их служения – это ревизионизм, отрицание, критика, обвинение и осуждение здравого учения. Апостол Иуда раскрывает их портрет гораздо подробнее и детальнее. Иуда 1,
3:4. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Но другими словами, говорит, будьте стражным на стенах, следите за тем, кто приходит, братья или лжебратья, учителя или лжеучителя, пророки или лжепророки. Следите за тем, кому вы предоставляете эту сцену. Четвертый. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению. Люди нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Внимательно, друзья, они были, есть и будут. И мы должны быть внимательны. И у нас должна быть ревность о доме Господнем. Если кто-то приходит, начинает травить, оскорблять, топтаться по святыням, гони их в шею. Здесь написано, уклоняйтесь от них. Это значит, говорите «до свидания». Не нравится? Что ты здесь делаешь тогда? Если мне фильм какой-то не нравится, с какого перепуга я пойду в кинотеатр, буду смотреть фильм, который меня раздражает, и всем зрителям говорить, что за дурь показывают, что за хрень показывают. Тебе скажут, а ты какой? Что ты сюда тогда пришел, если тебе это не нравится? Уважаемые друзья, гоните в шею всех лжебратьев и всех лжеучителей, которые тебе начнут открывать глаза на то, где ты находишься. По-моему, за 35 лет пора уже самому получить откровение, кто ты, с кем ты, куда ты, против кого ты и что из себя представляет судьба нового поколения. Смотрите, нечестивые люди, дальше, это скрытые агенты дьявола. Они вкрадываются в церковь, чтобы разрушать ее изнутри. Это было, это есть, и это всегда будет. Но чем четче и авторитетнее провозглашаются доктрины и учения церкви отсюда, тем меньше шансов этим лжебратьям и лжеучителям пудрить мозги прихожанам. Поэтому, уважаемые друзья, давайте защищать здравое и неповрежденное учение, и Бог нас защитит. Не позволяйте разрушать церковь изнутри этим нечестивым людям, которые являются ничем иным, как скрытыми агентами из мира демонического. Это как пятая колонна демонической власти в христианской церкви. Причем эти люди совсем не рядовые. Это влиятельные лидеры, имеющие непосредственное отношение к воспитанию и к наставничеству церковного сообщества. Вот такие парадоксы мы можем встречать вокруг себя. До поры до времени они, как волки в овечьих шкурах, преподавали как по нотам начатки учения Христова, входя в доверие. Но затем в самый неподходящий момент они вдруг сняли маски, и началась религиозная вакханалия. Благодать Бога нашего они превратили в повод к распутству.
netikumu dzīvi. Все, что Бог запрещал visu, ko Dievs aizliet, и называл беззаконием, sauca par netaisnību, теперь все разрешено. Tagad viss ir atļauts. Потому что мы все теперь tāpēc, ka visi во Христе Иисусе esam Jēzū Kristu под благодатью. Zem žēlastības. Обратите внимание, pievērsiet uzmanību. Какую лживую доктрину kādu viltus принесли эти, лжебратья. Отнесущие viltus брали. Super grace. Super благодать. Жалостība. Бог простил наши Dievs грехи. Который мы совершили вчера, и Бог уже простил наши грехи, которые мы можем совершить и завтра. И Христос, Он всегда выше всякого проклятия. Поэтому, как бы ты ни жил, мы спасены не делами, а верою, и вместо того, чтобы взывать к святости и к праведности, эти лжебратья своей лживой доктриной о благодати, они превращают это в провокационную религиозную доктрину вседозволенности, повод к распутству. Итак, 1 Коринфянам 5, 1-2. Небольшой пример, что это из себя представляет практически. Есть верный слух, пишет Павел этой церкви, куда вошли эти лжебратья и привели, принесли туда эту лживую доктрину о благодати. Доктрина про жалостību. Есть верный слух, пар, что у вас появилось netiklību, блудодеяние. Jūsu starpā. Причем, un такое блудодеяние, какого не слышно было даже у язычников, под паган starpā, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Sievu, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделающий такое дело, вы ведете себя, как будто это норма. Представьте себе, какая благодать имеет в церкви такой разврат, которого даже в мире не сыскать. Блудодеяние особенного сорта. Кровосмешение или инцест. Наверное, отсюда и пошла та поговорка про твою мать. В церкви был такой бардак, такой моральный беспредел, что этот факт ни у кого не вызывал ни удивления, ни возмущения. Ну что, мамаша это тоже женщина. Вот во что может превратиться церковь благодаря нечестивым людям, лжебратьям, которые, отвергая страх Господень и благодать, обращают эту благодать в повод к такой омерзительной распущенности. Именно такие церкви, обольщенные лжеучителями и лжепророками, всегда будут конфронтировать с реальным апостольским авторитетом. Лидеры именно этой коринфянской церкви до последнего сражались с Павлом, оспаривая его духовный авторитет, и постоянно говорили: «Ты кто такой? Подлинно ли через тебя говорит Бог?» О чем так ясно Павел пишет Тимофею? 2 Тимофея 4:3-5. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Опять в эпицентре учения и откровения Божьи. Это конституция Царства Божьего. Это правила игры, по которым Бог действует и сотрудничает с нами. Не будет правил игры. Это будет беспредел. Уважаемые друзья, не просто слушайте, что здесь звучит. Фиксируйте. И не просто у себя в гаджетах, в своих мозгах, в своих скрижалях, на сердце. Завтра это пригодится так, как никогда. Лжебратьев становится больше и больше. И тьма сгущается больше и больше. И конфронтация больше и больше. Поэтому мы,
должны защитить здравое, неповрежденное Евангелие. И мы не должны никому из лжеучителей или лжебратьев превратить нашу церковь в проходной двор или какую-то барахолку, где каждый может рассказывать свои религиозные басни. И вот пророческое слово. Будет время, когда здравого учения принимать не буду. Ну просто вот отметьте где-то у себя, когда здравый смысл не в моде, когда правда не популярна, а когда всякая болтовня и всякая демагогия, она имеет какой-то смысл. Поймите, друзья, в погоне за количеством, чтобы у нас было 100 тысяч, 50 тысяч, надо же угождать людям. Уважаемые друзья, даже если здравого учения большинство не признает, нас это ни грамма не волнует, каждый будет отвечать только за себя. Аминь. И смотрите, это просто диагноз современного христианского сообщества. Здравого учения принимать не будут. А что будут? По своим прихотям будут избирать себе учителей, которые бы лапшу им вешали на уши, которые бы убаюкивали и грешную совесть. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби. Даже если за это здравое учение тебе придется цену платить, совершай дело благовестника и исполняй служение свое. И опять на повестке дня и в эпицентре всеобщего внимания здравое непорожденное учение, которое будет делить христианское сообщество на два враждебных лагеря. Я даже не говорю сейчас про язычников, про мусульман. Я говорю про христианское сообщество. Сколько церквей в Латвии? И это враждебные лагеря. С тобой не говорят, с тобой не общаются, и они говорят, что это все ерунда. Здравого учения принимать не будут. Итак, уважаемые друзья, дьявол постарается сделать все, чтобы классическое Евангелие превратилось в устаревшую религию для малограмотных людей. Будут время, когда здравого учения принимать не будут, и от истины отвратят слух, а учителей будут менять как перчатки. Сегодня приехал один учитель, завтра приехал другой учитель, послезавтра еще третий учитель, 25-й учитель. Это что? Дом Божий превращается в вертеп разбойников, или точнее в публичный дом. Церковь без здравого учения как раз превращается в эту позорную площадку, где благодать современные учителя будут использовать как повод к распутству. Долой христоцентризм и теократический порядок. Да здравствует религиозный гуманизм и безграничные права человека. Какими же популярными будут такие басни, а также подобные учителя, как заказ на панели, которые будут ласкать слух плотского христианства. Как мы уже слышали, о чем идет речь? Самое большое
заблуждение. Спасение потерять невозможно. Поскольку Бог нам простил грехи. Если спасен, значит навечно. Какая разница, как я живу и что творю? Я под благодатью. Будем есть, пить и веселиться. И завтра помрем и пойдем на небо. Когда слушаешь, вы что? В здравом смысле или нет? Это же обман. Почти как народ израильский возле горы Синая. Моисей получает скрижали. Кому в кому-то в голову пришла другая идея. Причем тут Моисей? Что там с ним, мало кто знает. Давайте сделаем альтернативу. Давайте сделаем золотого тельца. Давайте будем есть, пить. И там сексуальный разврат был такой, что слышать было противно то, что там происходило. Уважаемые друзья, точно так же и здесь. В условиях Нового Завета, в народе Божьем, на территории церкви начинает происходить такие же метаморфозы. А кто такие апостолы? А чего они диктуют? Права человека важнее, чем заповеди. Гуманизм важнее, чем христоцентризм. И что эти апостолы? Они ограничивают нас в наших желаниях и превращают в рабов. Да здравствует свобода. My body is my choice. Мои права важнее заповеди. А такие понятия, как грех, в равной степени, как и святость, они устарели и потеряли всякий практический смысл. Это вчера разводы и аборты были грехом. А сексуальные извращения были нарушением божественных заповедей. А сегодня представители ЛГБТ легко вливаются в состав мега-церквей, растворяясь в этой либеральной христианской философии. Кому, как не им, эта доктрина будет по вкусу. У нас в церкви только позитив. Good news. Благая весть. Только хорошие новости. Какой там узкий путь. И борьба с грехом. И какой там образ Божий в человеке. Долой ваш устаревший христоцентризм. И да здравствует наш современный и церковный гуманизм. Прочитайте еще раз. Вот какая зараза проникает сегодня в сознание большинства христианских церквей. Мы должны внимательно следить, чтобы эта злобная участь не постигла нас. Мы с вами недавно совсем были. И я сам был удивлен, когда на этом месте стоял человек и говорил: апостольское служение уже закончилось. Никаких десяти не должно быть. Церкви должны продать свои здания и собираться по домам, потому что новое время. Естественно, я больше его в жизни никогда сюда не приглашу. Это уже учение. И 100 лет оно нам надо. Зачем нам это нужно? Повод для того, чтобы были очередные какие-то расколы. Вчера шведы учили нас говорить на языках. Духовная брань. Мы на языках учились молиться. Сегодня они говорят, это духомания ненужная. И поэтому не обязательно. Мы должны быть культурными, интеллигентными, представителями своей страны. Поэтому на служениях воскресенья я думаю, не стоит молиться на языках, чтобы не вводить в заблуждение посторонних людей. Да, я смотрю, а в чем дело? Лже-братья, лже-учителя, если вы стыдитесь Святого Духа и манифестации
исполнение Святого Духа. Дух Святой будет стыдиться вас. Сколько людей, сколько церквей сегодня потеряли помазание Святого Духа. Слово есть, а Духа нет. А буква, которая убивает, есть. А Духа нет. Вот почему я внимательно слежу, чтобы на каждом служении мы могли уважать и ценить присутствие Святого Духа, развивать свои языки. Если поклонение, пусть оно соединяет нас с Богом. Поэтому не ведитесь на эти провокации. Церкви, которые перестали молиться в Духе Святом, они перестали быть церковью. Они превратились в религиозные организации, и они стали легкой добычей всех этих лжебратьев и лжепророков. Неокальвинизм – это такая зараза, скрытая и незаметная, чтобы вы понимали, где мы живем. И они могут сюда тоже прийти. Один из моих родственников, Анкел Алекс, самое большое заблуждение в христианском учении, что у нас есть свободная воля. Да нет у нас свободной воли. Я говорю, серьезно? Ну посмотри. Бог говорит Моисею, иди скажи фараону, чтобы он отпустил народ. А я ожесточу его сердце, и он не отпустит. А за то, что он не отпустит, я ему по башке надаю. Ну что, Анкел Алекс, где здесь свободная воля? У того или другого? А вот когда этих два сыночка родились, да, одного Господь возлюбил, а другого возненавидел, когда они вообще еще ничего не сделали. И что здесь ты вот говоришь про это? И представляете, что такое лжебратья и лжеучителя? Они берут какие-то отдельные фрагменты, просто как исключение из правил, и они начинают диктовать. И что неокальвинизм учит? Кем тебя Бог определил, тем ты и будешь. Если ты алкаш, ты в жизни никогда не поменяешь карму. Если ты вор, значит, Бог тебя вором создал. Значит, судьба и предназначение. И когда слушаешь такое, вы знаете, какие большие церкви в Америке, которые находятся под этим покровительством неокальвинизма. Боже, держи нас подальше от таких заблуждений. Я уже молчу про золотую пыль и про всякие эти фейковые чудеса, которые происходят. Братья и сестры, мы взрослые люди, и мы должны с вами понимать, сколько религиозных манипуляций происходит в церкви, которым Бог не имеет абсолютно никакого отношения. Вот почему, когда однажды произойдет встреча, и вот эти все гастролеры, лжебратья, лжепророки и вот эти лжеучителя, они скажут, не твоим ли именем мы чудеса творили? А в ответ услышат, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, но меня там не было и никогда не будет. Мы же пророчествовали. Иисус сказал, это вы пророчествовали, отойдите от меня, я вас никогда не знал. Итак, нечестивые люди, как скрытые агенты, дьявола вкрадываются и поныне в церковь, чтобы, во-первых, разрушить логику здравого учения, лишить церковь откровений, а если по-русски, кастрировать ее и превратить ее в проститутку, превратить ее просто в служанку, превратить ее просто в послушный инструмент и марионетку, чтобы она уже подчинялась не Богу, а дьяволу. Итак, Иуда 1,
11:13. Речь идет об этих лжебратьях, лжеучителях и лжеапостолам. Горе им, потому что они идут путем Каина, предаются обольщению мзды, как валам, и в упорстве погибают, как корей. Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Мы думаем, они где-то далеко, они рядом с нами. Будь внимателен, когда ты общаешься. Подобные обольстители намного ближе, чем нам порою кажется. Не только в личном общении, но также и в сетях. Неутвержденные христиане могут часами питаться подобной гадостью, обольщением и ересью. Запомните этот важный принцип. Человек есть то, что он ест. Человек есть то, что он есть. Внимательно следи за тем, кто формирует твое мировоззрение, кто наставляет тебя и чему-то учит. Не давайте места дьяволу. Противостойте ему твердой верой. Если ты защитишь здравое учение, Господь защитит тебя. 2 Тимофея 4:1-2. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его. Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай. Запрещай. Увещевай. Со всяким долготерпением и назиданием. В условиях такой информационной конфронтации и либерализации богословия требования апостола Павла к Тимофею было максимально жестким и бескомпромиссным. Внимание на экран. Заклинаю тебя перед Богом. Это почти как заповедь. Не обращай внимания ни на какие обстоятельства. Проповедуй слово. В любое время провозглашай его обетование. А если появится какой-то лжеучитель или лжепророк, публично обличай и запрещай. Или, как мы ранее говорили, гони их в шею. Внимательно следи за информационным полем своей церкви. Почаще встречайся с народом и отвечай на их вопросы. Но самое главное, никому не позволь апостольское учение променять на всяческие религиозные басни. Мало ли кто перестал принимать здравое учение, для нас оно остается краеугольным фундаментом нашей веры. Если ты с этим согласен, закричи громко «Амен!» 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 Учение. Мацība. Вот главное слово vārds, этого послания. Шай вестим. Учение. Мацība. Вот правила игры, Лук, спелс, но, которые тем, менять мы не имеем курс, никакого курс, но, права. Никакого тесиб майни. Учение. Мацība. Вот территория нашего единства Лук, духа курс, в союзе мира. Мера. Разделяешь наше учение, мы будем в одной команде. Не разделяешь, до свидания. Единственное, что нас может объединять, это откровение, здравое учение и помазание Святого Духа. Итак,
А если нас учение не объединяет, нам с вами не по пути. Первичная задача апостольского руководства – это защита Божьих откровений на территории церкви. И никогда не забывай об этом. Вход в лжепророкам и лжеучителям на территорию апостольской церкви был всегда категорически воспрещен. Итак, уважаемые друзья, остается немного времени. Я хочу показать самый главный нерв этих атак и демонической революции на территории церкви. Напоминаю заглавие этого занятия. Вы видите, пожалуйста, на экран. Напоминаю тему этого занятия. Лжеапостолы, лжепророки, лжехристы на территории церкви. Многих они прельстят. Это не я сказал, это сказал Христос. А если прельстят, то будут кадровые перестановки и смена власти в церкви. Причем это не просто. Один брат ушел, другой брат пришел. Нет. Самая большая трагедия – это будет процесс церковной дехристианизации. Церковь останется, структуры останутся, Христа не будет. Вот это самая великая трагедия. Итак, Матфея 24:3-5. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». И самое интересное, он им говорил даже не о лжебратьях. Он им даже говорил не о лжепророках. Он даже им говорил не о лжеучителях, а он им сказал сразу о лжехристах. Представляете себе? Он говорит: многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос. Я вот сам вот думаю сейчас. Вчера был Гриша. Сегодня он Христос. Вчера был Вася. А сегодня он Мессия. Представляете себе, до какой деградации дойдет христианская церковь, не имея откровения и водительства Святого Духа, что придут вот такие гастролеры, актеры, скажут: ребята, я Иисус Христос. И все: Осанна. Это вроде прикольно сейчас, а вы на секунду представьте, насколько церковь сможет деградировать. Ладно, друзья, благодать – повод к распутству. Совратить человека, чтобы он грешил – это программа минимум для неокрепшей, неутвержденной церкви. А вот задача максимум – создать на основании лже апостолов и лжехристов такую церковь, которая будет сражаться с Богом. Вот почему на историческую арену будут выходить псевдохристы. Во-первых, под именем Иисуса, а потом они открыто будут говорить, что я Христос. Матфея 24, 23, 35.
25. Тогда, если кто скажет вам, Христос здесь, Христос ir šeit, или Христос там, vai Christus ir tur, не верьте. Neticiet. И здесь Иисус как раз в полном объеме рисует эту демоническую конфронтацию. Ибо восстанут лже-христы. И лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, даже избранных. Вот я наперед сказал вам. Обратите внимание, в отличие от первых лжебратьев и лжеучителей, это будут уже представители демонического мира, имеющие помазание со знаком минус. Это будут люди, полные демонов и бесов, через которые дьявол будет являть знамения и чудеса. И представляете себе? И когда люди, даже в доброе время, они только за чудесами бегали, они увидели эти чудеса, которые сути лже чудеса, они станут поклоняться. Итак, апостольское учение будет атаковано со всех сторон. Взгляд Христа на состояние церкви, но совсем не оптимистический. Берегите, чтобы кто не прельстил вас. Желаю, чтобы вы все сдали свои экзамены, но предвижу, как эти экзамены многие провалят. Хочу расшифровать еще один тезис. И многих прельстят. Вот я наперед сказал об этом. Постарайтесь не оказаться в том числе. Невольно возникает вопрос. А что такое многих прельстят? Как это себе объяснить? Друзья мои, это что, они перестанут в церковь ходить и пойдут в мир, пополняя армию отступников? Нет. Трагедия здесь кроется гораздо глубже. В данном случае слово «многих прельстят» означает, что эти лжехристы убедят их в своем послании, и они уверуют в них и станут их последователями. Причем они не только уверуют, но они начнут служить и поклоняться ложным богам. Что такое прельстить? Это переориентировать служителя Божьего. Вчера он поклонялся Богу и проповедовал Евангелие, и дьявол теперь как бы завербовав его, переубедив его, перетащил его теперь в команду своих служителей. Прельстить – это значит завербовать в свои ряды. И внимание на экран. Сформулируем эту позицию. Друзей и служителей Божьих дьявол желает превратить своих служителей и Божьих в Божьих врагов, завербовать в свой лагерь. Вот в чем заключается практический смысл фразы «и многих прельстят». Точно так же, как на небесах, возгордившийся Херувим, который решил стать равным Богу и даже захватить власть царства, он вербовал, он беседовал, он просто объяснял и склонял на свою сторону треть ангелов. И имея такой опыт, он говорит, если уж я ангелов мог завербовать, я пройду на территории церковного сообщества в виде ангела света, в виде дипломатии, в виде представителя New Age, на основании очень многих экуменических доктрин, и я завербую их так, что они будут в моем лагере. Итак, Филиппийцам 3, 17-20. Давайте посмотрим.
как этот процесс вербовки происходит. Вербовочный процесс происходит. Филиппийцам 3, 17-20. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь со слезами говорю, поступают, как враги Христа Христова. Христос и найднек. Их конец погибель. Виню галс ир бояе. Их Бог чрево. Ум виню Деус ир ведерс. Слава их в сраме. Виню годс. Они мыслят о земном. Вини дома пар то, те служители, которые вчера были Божьими друзьями и служителями, о которых Павел просто всегда говоря восторгался, теперь со слезами говорит, враги, друзья Божьи превратились в его врагов. Вчера они служили Богу, а сегодня они внутри распинают себе Сына Божьего. Итак, прельстить, это значит любой ценой Божьих служителей превратить в служителей дьявола. Евреям 6, 4-6. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века от падших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему. По сути своей, это есть не что, как антиевангелизация. Антипокаяние. Антирождение свыше, которое суть одержимости. Потому что шестой стих – это портрет одержимого человека, который ругается, богохульствует, проклинает Бога и готов распинать Иисуса Христа. Нормальный человек на это не способен. Вчера, когда он Богу служил, он был наполнен Святого Духа. Теперь Дух Святой отступил, и он полон демоном и превращается в лютого врага Божьего. Итак, уважаемые друзья, это не просто отступники, а это служители Божьи, прельщенные и завербованные в лагерь этого антихриста. Итак, друзья, завершаем. И многих прельстят. Вот я наперед сказал об этом. Постарайтесь не оказаться в том числе. Маэстро, пожалуйста, ты можешь выйти. А вот теперь несколько важных практических аспектов из прочитанного, и мы будем молиться. Главный признак последнего времени – пробуждение. Главный признак последнего времени – пробуждение. Только другого сорта. Пробуждение всех демонических центров. Пробуждение лжеапостолов, лжепророков и даже лжехристов. Это будет глобальное наступление на церковь как таковую. Но не для того, чтобы ее уничтожить, как это было в условиях Октябрьской революции более 100 лет назад. Задача демонического царства не уничтожить церковь, а превратить ее в послушный инструмент. И точно так же, как происходит смена пола в условиях трансгендерной реформы, лжеапостолы и лжепророки будут стараться сменить божественное управление церковью. Вчера главой церкви был Христос,
который учреждал апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей. А теперь задача дьявола поставить на эти места лжеапостолов, лжепророков, лжепасторов и лжеучителей. То есть главная задача дьявола, Божью церковь превратить в вавилонскую блудницу. В конечном счете создать антицерковь, во главе которой воссядет Антихрист. И последнее место Иуда, 1:17-24. Уважаемые друзья, мы не просто сгущаем краски, мы читаем пророческое слово, которое было написано для нашего времени. И отмахиваться от этого мы просто не имеем права. Иуда 1, 17-24. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время явятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. И последний стих, пусть он будет как утешение, как назидание и как главная рекомендация. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. И все вместе сказали «Аминь». Аминь. Воздай Богу великую славу. Давайте помолимся, чтобы драгоценный Дух Святой помог нам растворить верою это серьезнейшее послание.